В городе Тампере арестована Римма Саланин, мать 6-летнего Антона Саланина, которого весной этого года отец Финн тайно вывез из России. История этого похищения тогда наделала много шума. С резкими комментариями выступали и глава правительства, и российский МИД. И вот новый поворот дела. Со слов Риммы Саланин, она прибыла в Финляндию на свидание с сыном, получив гарантии безопасности и от мужа, и от финской полиции. Что произошло дальше, разбирался Сергей Морозов. То, что гражданка России Римма Саланен находится в тюрьме города Тампере, подтвердили в российском посольстве. Завтра ей должны предъявить обвинение. В 2008 году против нее возбудили дело о похищении собственного сына Антона. Друзья Риммы подозревают, что отец ребенка вместе с полицией Финляндии заманили Римму в ловушку. В последний раз она звонила из Таллина в пятницу и за решетку явно не собиралась. Бывший муж Римма Саланен приехал в Таллин, и он сказал Римме, что давай вместе пойдем в посольство Финляндии в Таллине, чтобы там выяснить ситуацию. И она подошла, и там на месте она была сразу арестована. Ситуация очень странная, потому что там ее поймали именно финские посольские ребята, то есть там был представитель финской центральной криминальной полиции в Таллине, который сидит в посольстве Финляндии. Он здесь участвовал в этом, так сказать, мероприятии. Он содержал Рим на территории посольства. И это, в принципе, тоже нарушение Венской конвенции. Они не имеют права. Вот это Римма, это гражданка России. После того, как Римма увезла Антона в Россию в 2008-м, ее бывший муж Пааво похитил мальчика летом 2009-го и, используя связи в финском консульстве, вывез ребенка из России на дипломатической машине. Разгорелся международный скандал. МИД России заявил, что это нарушение российских законов. Владимир Путин предложил консульскому работнику сменить место работы. И в итоге финскому дипломату запретили въезд в Россию. На Пааво Саланина в России тоже завели дело о похищении ребенка. Теперь новая детективная история. Друзья...